всем, во всем, во всем. Однажды мартышка с подружкой пошли гулять. Привет, чем позанимаемся? Привет, даже не знаю. Пошли в кокосовую рощу? Давай, пошли. Прогулка была очень длинной и веселой. И когда мартышка Анюта уже возвращалась домой, была уже ночь. Вот это да! Банан в небе? Кто его туда повесил? Наверное, кто-то очень щедрый. Вот какой он большой. Интересно, каков он на вкус? Шоколадный? Клубничный? Точно! С завтрашнего дня открываю на него охоту. Мартышка легла спать, и ей снился сон про банан. А утром она пошла на него охотиться. Ну что ж, вот лопата, вот веревка. Осталось дождаться ночи. Ну, сейчас я его поймаю. Где банан? Что это за белый блин вместо него? Она прибежала домой и расплакалась. Ну, почему? Почему его не было? Что это? Я осколок луны. Посади меня, и вырастет то, чего ты больше всего хочешь. Хорошо, я посажу тебя. И мартышка легла спать. На следующее утро мартышка пошла закапывать осколок луны. Вот, вот так. Теперь ты должен прорасти. Прошло несколько дней, а осколок так и не пророс. Эх, почему же ты не прорастаешь? Я же хорошо за тобой ухаживаю. Анюта, что произошло? Я посадила волшебный осколок, но он не прорастает. Успокойся, Анюточка. Это просто был обычный камень. Но тут вступил в разговор папа. Да и тебе просто показалось, что камень тебе что-то говорил. Но он же правда говорил. Мартышка так расстроилась. Она чувствовала обиду и злость, то, что ей не поверили. И вдруг наступило полнолуние, и оно оживило лунное дерево. И на нем начали расти бананы. Что? Правда? Так ты, Анюта, не врала? Я же вам говорила! Ура! Лунные бананы! Они такие вкусные. И правда, объедение. Давайте сделаем лунный пирог. Давай. Пошли. Вечером семья все вместе приготовили пирог и с удовольствием пробовали его. Какой вкусный торт получился. Да, просто объедение. Точно, невероятный вкус. А в это время на Луне стоял волшебник и записывал имена чудоверцев. Еще один чудоверец. Анюта. Список очень большой, и волшебник случайно роняет его на землю. О нет, он упал! Список влетает прямо в окно кухни, где сидит семья мартышек, и падает прямо Анюте на голову. Что это? Имена чудоверцев. И здесь мое имя. Но это еще не конец истории. Верить надо в чудо, 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 оно тебе поможет. Во всем, во всем, во всем. Верить надо в чудо, чудо, чудо. Оно тебе поможет во всем, во всем, во всем.
Если просто захотеть, можно в космос улететь. Если только пожелать, можно звезды повидать. Если верить в чудеса, то исполнится мечта. Улыбнутся небеса для тебя. Океаны, море, реки, горы, степи и равнины. Все ведь это чудеса. Если просто захотеть, можно в космос улететь. Если только пожелать, можно мультики создать. Мультик делала Диана Гладкова, а помогали делать мультик Кудашкина Соня и Фомин Лев. Большое им спасибо!